Дальневосточный медиасаммит 2018 открылся. В этом году на острове Русском журналисты и пиарщики встречаются в пятый раз. В юбилейный год саммит меняет формат и расширяет границы. Кроме традиционных секций, дискуссий и мастер-классов, на площадке форума пройдут фестиваль литературы Тихоокеанской России и форум молодых журналистов и блогеров. О том, что сейчас происходит на медиасаммите, Наталья Ладудько. Открылся медиасаммит пленарным заседанием, где эксперты, это политологи, журналисты и глава региона Андрей Тарасенко обсуждали, почему сейчас фокус внимания сместился с центральной России на Дальний Восток, какие у нас перспективы, какое будущее ждет наш край. Культура нашей страны перемещается к нам в Владивосток. Смотрите, у нас какой огромный строится музейный комплекс. Эрмитаж, русские музеи. Все сейчас вкладываются в создание новых проектов по созданию здесь площадок по представлению этих нашей культуры. Соответственно, балетно-театральная вся группа у нас сегодня тоже присутствует. Владивостоке. Медиасаммит – это такое большое событие, в рамках которого происходят сотни маленьких, но тоже важных. Например, Нахимовское училище и Уссурийское Суворовское училище договорились с ОТВ об информационном сотрудничестве, подписали соглашение. Наше краевое телевидение ОТВ Прим сделает все возможное, естественно, для того, чтобы показывать будни, праздники и Суворовского училища, и Нахимовского училища. На медиасаммите работают федеральные каналы, съехались тележурналисты из разных регионов страны. И, конечно, не обошлось без нашего стенда. Он интерактивный, здесь любой может себя попробовать в роли ведущего. Когда организаторы обещали нам спикеров всероссийского масштаба, они действительно не шутили. Например, на медиасаммите можно свободно побеседовать с Александром Сергеевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. А какова ваша роль на медиасаммите? Сегодня в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина мы с Приморской газетой помогаем людям развивать их логику, интуицию, отвечая на вопросы. От прошлого к будущему. Здесь обсуждают цифровые технологии и какими будут СМИ. Эксперты говорят, скоро сферу медиа будет не узнать. И первыми перемены могут начаться в Приморье. Ведь рядом с нами такая высокотехнологичная Азия. Мы здесь демонстрируем следующий этап развития медиапространства. И это мы назвали VR-телемост. То есть это сейчас виртуальное пространство, в котором две точки соединены через аватары людей, которые находятся внутри виртуального пространства. На Шамаре оказаться еще на песочке, есть такая возможность? Мы специально для вас ее сделаем. Здорово. Я надеюсь, к следующему медиасаммиту журналисты уже будут загорать на песке в виртуальной реальности. Все это происходит параллельно с мастер-классами и конференциями для сотрудников СМИ. Здесь они набираются опыта у коллег из других регионов. И все новые приемы обязательно заметит приморская аудитория. Наталья Ладудько, Игорь Лещук, «Панорама».